«Зарядка со стражем порядка». Барнаул сегодня присоединился к всероссийской акции с забавным названием. Тренировку под открытым небом провел заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, сотрудник МВД Константин Свечкарь. К нему присоединилось более 70 барнаульцев. Зарядиться бодростью и хорошим настроением пожелали не только школьники и студенты, но и пенсионеры. Организаторы Министерства внутренних дел России приурочили мероприятие ко Дню физкультурника, таким образом призывая жителей страны активнее заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Совет не бояться заниматься спортом, физкультурой. Если у вас что-то не получается, когда-то не отчаивается. Есть очень много видов спорта. Для каждого человека можно найти свой вид, которым ему будет приятно заниматься.